Естество по сути своей расположено в относительном объединении, цель которого в совершенном развитии. В творении себе подобных, заключая в сути своей образ главный, бесконечный, тая и сохраняя его, познаешь великое. Этот образ – конечная цель. Образ свой же, но путь к нему в преображении и исканиях. Натура Творца – божественное вдохновение, черпаемое из незримых просторов, чистоте мыслей, чистота разума, чистоте разума светлые помыслы, в светлых помыслах свет познающего начала. Свет истины, дающий и открывающий дорогу правды, нескончаемое его свечение, несоизмеримы его размеры, бесконечна его дорога. Дорога истины, чистота цели. Познай истину через творение. Познай свет через величие разума. Приди дорогой совершенства к вечному. Ибо вечность живет в бесконечности. И нет там понятия конца. Совершенен лик ваш, сделайте совершенными мысли свои и познания.